Похоже, эта тропа тебе не знакома. Ты забралась в такую глушь? Куда ведет тропа? Главное, что на юг, подальше от Банук. За кладом смерти. Храни меня Банукой. Но это кратчайший путь из зарубки. Так будет быстрее, чем идти через всю землю Озерам. Ты мне поверь. Отсюда нужно уходить быстрее. Я еще даже не пришла. С чего мне уходить? Нападение странных машин, проклятие на горе. Для меня этого вполне достаточно. В каком смысле странное? И что за проклятие? Такие сильные и злобные машины на юге таких не видали. Над горой всегда клубится дым, как над погребальным костром. И пусть их. Я здесь не задержусь. Что это за место, зарубка? Пограничная земля. Граница Банура, граница Нагорья, граница земель других племен. Она пострадала в войну с Карха. Но страдала и прежде. Жизнь там — это испытание. Битва не на живот, а на смерть. Потому ты идешь мимо. Не лучшее место для дома. Хм. Свой дом я всегда ношу за спиной. Идешь в Меридиан? Ха. Да. Меня назначили послом при дворе Короля Солнца. Больше никто не хотел. Все не так плохо. Я им пою древние песни Банура, Карха царапают свои смешные глифы. Я говорю о растущей злобе машин, и король Карха снова предлагает помощь, хоть и знает, что Банук ее не примут. Спасибо, что предупредила. Но мне интересно посмотреть самой. Мои слова пропали в туне. Ну что ж, я понимаю, ведь все вы охотники одинаковые. Удачи! Можно забыть, что такое тепло. Замерзнешь, Нора? Ничего, пока лезла, согрелась. Ты добралась до зарубки, странница? Но ты здесь не задержишься. На кору стелится дым. И над деревней тоже. Что это горит? Похоже, что-то важное. Наша мама, наш враг был лучший охотник от нас. Дело теперь искать надежду. Тебя ждет редкое зрелище, Нора. Боргрент, поставщик снаряжения. Как правило, мертвецов Банук сжигают, но не сегодня. Потому что не смогли забрать тела? Ах, печальная история. Все их лучшие воины погибли. Они прощаются с умершими иначе. Справьтесь с горем, охотники, и убейте его! Наших родичей постигла судьба, о которой мечтают Банук. Они пали, поражая сталь копьем. Их борьба закончилась. У вас на глазах их души поднялись в синее небо и устремились к синему свету. Но наша борьба лишь начинается. Скоро мы вновь пойдем охотиться на демона, который вводит машины выступления. И потому я спрашиваю, есть ли у вас отвага наших павших родичей? Вы готовы сражаться и умереть, как они? Моя отвага, мое копье! Наша кровь в твоих зубах, Баратак! Мы Банук. Наши враги – добыча. Демон? Исступление машин? Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Голубцы. Хочешь совет? Даром. Элой. Элой. Я провел тут 2 долгих зимы, и до сих пор эти Банук меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман, Аурея, стал вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем вираком, и половину из них перебили машины. Когда Аурея исчезла, я думал, они придут в чувство. Но нет. Могучий Баратак хочет еще разок повторить все то же самое. Говоришь, ты прожил здесь 2 зимы? Да. Про эту невидавшую стали кучку палаток мне одни пушники в жиле рассказали. Хорошее место. С потенциалом. Но дела шли паршиво, пока Аурея не привела сюда своих. Они все говорили про большой поход. А послышалось доход. Уши подвели. Банук-то не то чтоб сильно жадные, просто торговать любят со своими. Вот бы нам до них. достучаться. Об этом поселении все бы заговорили. Ну или хоть кто-нибудь. Нам? Мне и моей моей помощнице, Варде. Моей помощнице и дочери. Как деловые партнеры мы лучше уживаемся. Ее мать просила обучить девчонку. Она начала возиться с оружием и... Слушай, когда захочешь передохнуть от всех этих дел, вы с ней обе... Как бы это сказать-то? Женщин? Нет, я не про то. Вы независимая. Она в длинной засечке. Это самый восточный лагерь. Что говорят о Баратаке? Он хороший воин? Он вождь Вирака. Ему все внимают, хотя он редко раскрывает рот. Дохлая рыба и то разговорчивей. Но когда он и Аурея привели сюда свой Вирак, Банук тут стало больше, чем я за всю жизнь видал. А что еще я увидал? Мой собственный торговый путь. Хороший такой, отсюда до самой Шилы. И тут этот тип взял да и увел своих на смерть, прямо в когти машин. Я лишился лучших клиентов. А что вообще такое эти Вираки? Племена внутри племени? Ну, это не как наши кланы. В них берут не по праву рождения. Нужно пройти испытание. Докажешь, что ты в чем-то лучше, и, может, тебя и примут. Иные Вираки гибнут быстро. Другие оказываются прочны, как металл. Вся территория Банук – Банур. Это собрание самых больших древних Вираков. Даже не знаю, то ли понятнее стало, то ли наоборот. Ну, вот что я знаю точно. В каждом Вираке есть вождь и есть шаман. Они принимают решения. Это все хорошо. Только вожди упертые типы. А шаманы витают в облаках. Это Аурея рассказала людям про демона? Именно так. Она сказала своим, что он живет на громовом барабане. И ей поверили. А ты не веришь? Слушай, я не знаю, что Аурея там нашла. Шаманы перед чужаками не отчитываются. Но машины в зарубке становятся все злее, это ясно. Может, всему виной демон. А может, у них всех просто несварение. Кто ж их знает? Но Аурею уже не спросишь. Она ушла, и никто не знает почему. А что именно у Банук тебя так поражает? Ну, для них все испытание. Во всем они видят лишь преодоление преград. Ну, вряд ли можно иначе в таком-то месте. Да, земля, где от холода трескаются зубы, где рыщут дикие звери. Казалось бы, почему не принять помощь по разумной цене? Поверь, я пробовал их убедить. Но Банук перестанет спорить лишь когда подыхать ляжет. Ты знаешь о человеке по имени Сайленс? Высокий, мрачный такой, провода в коже. Как у шаманов. Да, я слыхал это имя пару раз. О нем шепчутся. Будто это страшило, которого Банук хотят забыть. Я точно не знаю, как дело было. Но вроде то ли он чем-то насолил совету, то ли совет ему. Совет? Все самые важные шаманы время от времени собираются в Бануре, чтобы обсудить эти свои духовные дела. Как они все умещаются в одной палатке с такими-то хитро вымудренными штуковинами на головах? Аурея ходила на это гульбище. Но когда я спросил, как она там, она на меня только зыркнула. Хочешь узнать больше, придется найти ее. И понравится ей. Наверное. Удачи. Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну тогда ищи Аурею. Она ушла в сторону гор, которые зовут Ледяной теркой. Говорят, только шаманы знают тропы в этой стылой гряде. Но я знаю, где можно найти ее ученика, Налтука. Он пошел на север от реки, ведомый слухом. Слухами? Да, нехорошими. Нападение снежной пелены. Какие-то чудные постройки. И вроде бы новая машина. Такое еще никогда не видели. Но это еще интересней. Спасибо за совет. Не за что. Может, Баратак мне что расскажет про Аурею и громовой барабан. Надо с ним поговорить. Эй! чтобы я больше от вас такого не слышал. Сомнения тяжелее сугробов. Прости нас, вождь. Мы будем готовы к новой попытке. Но это будет не попытка, это нужно сделать. Вы понимаете? Слушаюсь. Хорошо. Странница, ты хочешь поговорить? Ваш Вирак родом отсюда? Нет, большинство охотников пришли сюда из Банура, чтобы дать отпор демону. Но я здесь родился, и я сражался здесь с Карха, когда прочие отступили в горы. Мои товарищи со мной и сейчас, те, кто выжил. Вы хотите вернуться на гору? Да, я дал слово. Но ведь риск так велик. Риск чего? Смерти? Нет уж, куда хуже будет склонить головы и признать, это нам не по силам. Этот демон, о котором вы говорили. Ты бы сама сходила и убедилась, если смелости хватит. Он изменил машины, сделал их злее, сильнее. Но кто он? Пусть шаманы разбираются. Аурея знает, что это за демон. Где мне ее найти? Аурея – шаман. Ее дела не для наших глаз и ушей. И уж точно не для чужаков. В Горане песни есть другие вираки? Да. Деревня открыта для всех, кому нужны кров или припасы. Когда кончилась война, тамошний лагерь изрядно разросся. Быстро, как травы в оттепе. Может, протянет и до следующей войны с Карха. Ну что ж, у меня все. Славно. Дела важнее, чем слова. Ну да. Среди Язерам есть умелые охотники, но... Ладно, чтобы понять, как этот демон влияет на машину, мне нужно разыскать Аурею. А для этого надо поговорить с ее учеником, который пошел на север, вдоль реки. Боргрент сказал, ученик Аурея ушел на север вдоль реки. Надеюсь, недалеко. Блин, на шее. А как же он так завалился, бедняга? Весь обледенел. Он уже очень давно покружился. Но падальщики только приступили. Последнее. Надо осмотреть длину на шее, оценить нанесенный урон. Похоже, от него оторвали три важные детали. Если вернуть их на место, может, я смогу его активировать. Глянуть, что у него в голове. Предупреждение. Гоблин на шее вообще прочный. Может, здесь пригодится визор. Подошло. Надеюсь, сработает. Но теперь он уже не так плохо выглядит. О, если я правильно, надо просто исправить подачу энергии. А если я ошиблась, по крайней мере, никто не умеет. Надо тебя тряхнуть. Полегче. Легче. А когда было легко? Получилось. Теперь надо добраться до головы. наблюдает за той башней. Кажется, она высылает какой-то сигнал. Налтук? А ты кто? Как ты меня нашла? Боргрент сказал, где искать. Вот настырный. Я ему уже 1000 раз говорил, не хочу я у него ничего покупать. Я не торговка. Мне нужно найти Аурею. Забудь. Она ушла туда, куда ступают лишь шаманы. Получить наставление от голоса в синем свете. Такова ее задача. А моя задача — наблюдать за работой демона и постараться сдержать его. Но что я могу сделать с этими башнями? За неделю они выросли по всей зарубке. Они источают энергию демона. Она питает машины, исцеляет их. Баратак сказал, демон повергает машины в безумие. Смотри, те с лиловыми метками. Это машины демона. Они сильнее, опаснее. И я уже видела такое прежде. Заражение. Но там был не ваш демон. Правда? Ну ты знаешь больше моего. А башни у вас такие же были? Нет. Впервые вижу. Так вот, они придают силы машинам демона. Надо что-то делать. Скажешь, куда ушла Аурея? Ты задаешь много вопросов. Когда не получаю нужных ответов. Аурея хочет услышать один голос. И это не твой. Извини. Хорошо. Ты хочешь сдержать машины демона? Я знаю, как это сделать. Моим луком и копьем. Стой, страница. Как твое имя? Элой. Ладно. Если ты погибнешь под ударами его машины, я хоть смогу рассказать о тебе, Аурее. Ты в меня веришь, как мило. Я не погибну. А когда вернусь, ты скажешь мне, где она. С машинами и башнями справляться научились. Очередь демона. Возможно, Аурея стоит с тобой встретиться. На самом деле она ищет надежду. И я вижу, ты можешь ей в этом помочь. Она в убежище за той грядой, ледяной теркой. Попасть туда можно лишь по тропе шамана. В конце тропы ты увидишь храм. Великую машину под синим самоцветом. Шаман, прошедший тропу, берет себе кусок самоцвета. Если доберешься, и ты возьми. Как награду. А что за синий самоцвет в конце тропы шамана? А, кристалл. Он растет на телах машин в самых древних рядах. Синий свет, вытекая из машин, замерзает и обретает такую форму. Но тебе важнее, что торговцы дают за него хорошую цену. Ты был с Ауреей? В том походе на гору. Хотел бы я даже, зная, чем кончится. Но я ведь не воин. Она не взяла меня. Когда Аурея и вождь вернулись, они стали о чем-то спорить. О чем именно, я не знаю. А потом она дала мне задание и ушла. Боргрент сказал, ты ученик Ауреи? В ее отсутствие я служу вождю и Вираку советником, разведчиком, вестником синего света. Работы много. Не знаю, смогу ли я сравняться с Ауреей, но я попытаюсь. Я перед ней в долгу. Она поверила в меня, неопытного шамана с края света. Только она. Как мне найти эту тропу шамана? Иди к ледяной терке. Пройди по меткам через ледяные пещеры и водопады и поднимись к храму. Но берегись. Этот путь задуман как испытание. Последний этап подготовки шамана. И в конце пути я найду Аурею? Нет. Она еще выше. Где-то внутри горы. Если увидишь ее, передай. Я верю, что она услышит голос вновь. Хорошо. Значит, теперь мне на ледяную терку. Искать тропу шамана. Видимо, есть ледяная терка. Тропа шамана начинается где-то наверху.